Так, Рыжулька, доброе утро. Доброе утречко. Рыжулька вон потягушу делает. Ты чё такой хорошенький у нас? Чё опять с глазками? Заболела? Опять заболела? Иди умывайся. Иди умывайся. Ты чё такой? Нечистый, трубочистый. А ну-ка иди умывайся. Не стыдно тебе таким ходить? Шлындаешь. Так, где подружка твоя? М? Где подружка? Куда дел ее? Уже сколько ее нету у нас? М? Где-то окатилась, что ли? Окатилась, может, где уже, а? О, это гуси орут. Пойдем смотреть, что там с гусями. Лиска. Лиска крякша. В тазу сидит и орет. Вон они. Красотули мои. Так, Рыжулька, сейчас подожди. Сейчас тебя покормим. Сейчас подожди немножечко. Вон красотули мои бегут, бегут. Смотрите, голос мой услышали. Бегут, мои хорошенькие. Бегут, Рыжуль, пойдем посмотрим на них. Пойдем. Ну, чё, мои красотули? Чё, мои красотули? Гогочите. Ну, чё, гогочите? Да? Бошки намочили? О, чё у вас там, чесотка началась? Ну, доброе утречко. Доброе утречко. Я сегодня встал, всем им открыл. Пошел завтракать. О, какой. Молодцы, молодцы. Молодцы. А Лиска так умеет? Лиска вон. Опавшие крылья. Лиска опавшие крылья умеет так? Непонятно. Непонятно. Так. Ну чё, как у вас делишки-то? Подросли вы? Все говорят, подросли. А я и не вижу, что вы подросли. А я и не вижу. Так, ну сегодня у нас продолжение стройки забора. Сегодня Алексей обещал прийти. Нам приварить лаги нужно. Приварить лаги, сделать калиточку для вас. И уже будем штакетничек потихонечку приворачивать. Да, сегодня большие планы. Да, жучок? Ну чё, жучок? Ты тоже зёвываешь, да? Ты тоже зёвываешь. Так, ну куда вы собрались? К жучку на территорию? Не надо, не надо. Жучок, ну чё, мой хорошенький? Ну чё, мой хорошенький, жучок мой хорошенький. Да. Все выспались, погодка сегодня хорошая, да? Давай сейчас теплички откроем и будем делишками заниматься. Да, жучок? И будем заниматься делишками. О, какие! О, мой хорошенький! О! Слышите, лягушки квакают. Небо отражается в воде, вдалеке церковь и жучка. Устал, что ли, жучка? Жучка устал. У нас жара, да, жуч? У нас жара. Парит. Парит так, что прям вот дождь должен быть, как будто бы. Да, природа, конечно, красивая. На лодке там кто-то катается. Красота у нас тут. С жучком пошли гулять. Пошли, жучок, гулять. Пойдем, сейчас будем купаться с жучком. Да, мой хорошенький жучок, будем купаться. Да, давай. Давай, жучке жарко. Жучку надо вообще помыть бы нам. Как-нибудь шампунем прийти на Клязьму. Как-нибудь обязательно придем, жуч. На днях. Жучок, жучка. Жучка, жучка. Жучка уже никого не слышит, она увидела реку. Не здесь заходи, там пляжик есть, жучка, иди сюда. И там пляжик есть нормальный, куда ты прешься? Иди сюда, иди сюда. Жучка, вот туда пойдем, иди сюда, иди. Ты глупый, как гуси. А вот, вот твоя река. Вот твоя река, жучка. Ну капец, ты дура, жучка. Ты дурочка, с переулочку, вот молодец, молодец. Отлично, жуч, отлично. Где-то она это. Отлично. Вот река, хороший пляж. Свинья везде грязная. Но жучка решила искупаться в другом месте. Давай, жуч, вот он, пляжик твой. Давай, иди, мой хорошенький, иди. Вот она водится-то. Вот она, Анжелку испачкала, извозикула все. Да? Сейчас мы тебе тут чик-чирик сделаем, да, чик-чирик тебе сделаем. Мой хорошенький. Ну, жучок.
Это что, поезд, что ли, над нами сейчас пойдет? Ой, шухер, шухер. Ручка, шухер, шухер. Электричка сейчас нас раздавит. Это беда. Кто это там едет? Давайте посмотрим. Чу-чу, чу-чу. Небольшой, небольшой. Быстренько проехал. Жуч, пойдем еще искупаемся. Пойдем. Пойдем, мы хорошенькие. Пойдем, пойдем. Иди купайся. Ну ты что? На обратном пути искупаешься? Смотри, 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 смотри. Да? Иди, иди, заходи, мой хорошенький, заходи. Вот, отряхнись и зайди, правильно. Сухим надо заходить в воду. Жучка не накупался. Накупался жучка наш, молодец. Давай мы тебя здесь оставим, а на обратном пути заберем. Давай. Ну все, жучок, да? Слушай, может ты к гусям жить пойдешь, там пруд у них есть. Вот у гусей здесь пруд есть, ну гуси жучку гоняют, да, из пруда. Они сожрут тебя быстренько. Да. Жучка, давай в нырки играй, с головкой нырни. Давай, спинку помочи. Ты плаваешь так хорошо, жуч. Ты профессиональный пловец прям. Ам, ам, ам. Молодец, да. Ну, плавай, плавай, жучка. Давай. Она, главное, лежит, да? Угу. Жуч, ты должен плавать. Да, если бы ты за палочкой бегал бы. Или за мячиком. Ты же не бегаешь ни за палочкой, ни за мячиком. Мы бы тебя покидали туда далеко-далеко. Ты чё? Жучка не любит так. А за это она выйдет и тряханется. Жуч, ну чё тебе... О, да-да, головой покачал, по-моему, просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Со второй попытки. Ну ладно, пойдем, Жуч, на обратном пути еще искупаешься. Жучак, ну? Не хочешь больше купаться? Жучка все, накупалась. Говорит, не хочу больше купаться. Иди искупайся еще, иди, иди. Иди, иди, мой хорошенький, иди. Ну, молодец. А так, полежи чуть-чуть. Полежи, освежись в водице. Ух, ничего себе, там рыбка плещется у нас. Да, ну, по-моему, нет. Я жучку снимал вот так вот, а она вот там плескала. Ты что, жуч, не поймал рыбку? Не поймал? Не поймал никого? Ой, жучка очень устала жучка. Ну все, пойдем во свояси, жучка. Чуть-чуть не съели. Жучка, колябится. Жучка колябится, да? Ну что, жучка на природе колябится. Вытерлась об травку? Вытерлась? Молодец. Молодец, жучок. Пойдем. Пойдем, мой хорошенький. Пойдем, мой хорошенький. Да, сейчас какая-нибудь лужа попадется. Облака красивые, да, смотри, какие он жил. Бывает, конечно, не получится. Бывает. Ну, все небо не очень яркое такое, когда облака вот такие, не такое голубое-голубое небо, такое красивое. Так, рыжулька, ты что, опять без подружки приперся? Ты что, в одиночестве бродишь? Где твоя кошечка? Окатилась, что ли, уже где-то? Не пойми где. Ты ей хоть что-нибудь приносишь там, нет? М? Ты что не зыришь-то? Ну-ка зыркай на сюда. Быстренько. Это кто такой котик хорошенький? Ты что, пришел подкормиться немножко? Так ты ж кушал с утра. А, ты просто поваляться пришел. Ну, это другое дело. Это другое дело. Поваляться у нас всегда, пожалуйста. Вон гусаки меня услышали. Выстроились. Гуси-гусь. Гуси-гуси-гуси, гуси-гуси-гуси. Шлындают. Ну, рыжулька, спи, отдыхай. Спи.
Спи, мой хорошенький. Так, рыжий покушал и в тенек лег. Лежал на крыльце, лежал. Видно, ждал, когда его покормят. Его покормили и лег в тенек. Но это до поры до времени, пока вон птеродактили до тебя не дошли. Где мои птеродактили? А, они тоже спят, тоже в теньке спят. Все в теньке, видите? Да, жара сегодня, все в теньке спят. Рыжулька, ты что, хочешь пройти мимо гусей? Но я думаю, у тебя не получится. Я думаю, у тебя не получится, рыжульчик, пройти мимо гусей. А ну-ка быстро поймать рыжего кота. Немедленно. Немедленно поймать рыжего кота. Ну, рыжулька, проскользнул. Проскользнул, пока забора нету. Сейчас забор поставим, не проскользнешь. Да, попадешься в лапы. О, видали, он там лег. И лег. Интересно, интересно. Решил отдохнуть, да, скажи? Сейчас он отдохнет у нас, ага. Сейчас отдохнет. Пу-пу-пуки, пу-пу-пук, пу-пу-пук. Сейчас мы рыженького цап-царап сделаем, да? Рыженький цап-царапчик. Сейчас мы тебя. Сейчас мы рыжулечку. Чё приперлись? Идите рыжего гоняйте. Да, вон он, видели? Улегся. Вон он какой. Взял и улегся. Давай-ка. Молодцы, прогнали рыжего, прогнали. Так, ну вот мои огурчики. Видали какие? Вон уже огуречек растет. Скоро будем кушать. А вы не будете кушать. Рыжему дам, а вам нет. Да, нечего вас баловать. Пи-пи-пи. Все, гуси. Лёх, телефон. Кончилась ваша лафа, мои хорошенькие, кончилась. Все, строим заборчик. Разматываем, пока вот верхнюю лагу сделали. Закрепили. Сейчас будем варить. Все будем сваривать. Да, мои хорошенькие. Кончилась ваша лафа. Все. Хорошенького понемножку. Так, ну гуси, я смотрю, недовольны. То, что им тут загораживают. Это что, это вы нам так мало отгородили, скажи, да? Дайте нам еще побольше, хотя бы до колодца. Чуть так мало-то. Это что это происходит тут? Да, житья вам не дают, не дают. Рыжулька, ну че, мой хорошенький, рыжулька? Ну ты че, все? Скоро слобода у тебя будет, слободушка. Да, мой хорошенький? Да? У нас тут что-то творится, представляете, пробка. Видите, пробка. Машины еле едут, я даже не представляю, что там. Что там случилось, а? Чё, мой хорошенький, все в Москву, что ли, поехали? Три выходных было? Ну, такого никогда не было, чтобы тут пробка была. Ну, может, там какая-нибудь ремонт дороги, асфальт кладут, а может, авария. Кто его знает. Жучок и Рыжко, у вас, наконец-то, долгожданная свобода от гусей наступила. Потому что завтра я начинаю прибивать штакетник. Пойдём-ка смотреть, Рыжко. Видали, я прошел, а Рыжий даже не убежал. Смотрите. Опа! Рыжий, ты не убежал. Рыжий убирался здесь, видите, просто веник, совок убирался здесь. Я ему помешал немножко. Так, ну смотрите. Так, кто калитку открыл? Ну-ка, вот оно мое ранчо. Как вам ранчо? Вот оно мое ранчо. Да, они даже этот забор не проходят. Вот если бы калитку не закрыть. Вот я начал, вот видите. Вот штакетник уже выставил. Значит, Алексей все мне сварил. Мне нужно будет покрасить.
Ну вот потому что швы, видите, здесь швы от сварки есть, которые нам нужно будет покрасить. Вот так вот. Выставил здесь. Ну, край не выставил, веревку натянул. И вот завтра начинаю. Сегодня я выложил ролик на основной канал. Вот. Сейчас причем доделывал все. Вот. И вот вышел посмотреть, как гусь себя чувствует. Ну, я думаю, у гусей тут большая территория. Большая территория достаточно. Так что ничего, ничего. Гусики у меня переживут. Вон какая огромная территория. Вот. Ну и Анжела все и не нравится. Моя компостная яма вот эта вот. Какая страшная. Вот эти вот твои страшные все дела огородные. Они ей очень не нравятся. И сейчас я думаю, что вот взгляд будет упираться в заборчик, а не в компостную яму. Так, молот Тора нужно убрать. Уже все столбы вбили. Да. Все. Все, мои хорошенькие. Вам лафа закончилась. Да? К сожалению, лафа закончилась. Все. Власть ваша оборвалась. Да, династия ваша оборвалась. Все. Хватит. Хватит. Ну, у них бассейн, они сегодня целый день купались, плавали, пока мы работали здесь. Вот так, вот такие вот новости. Ну и завтра буду прибивать штакетник. Так, Анжелка, моих гусей гонять там. Сейчас они ее быстро нахлобучат. Рыжуль, ты что тут опять в тапках поселился? Тапочное животное. Давай кушать. Рыжулька, давай кушать. Да убери ты веник, потом уберешься. Потом, рыжий, потом уберешься. Давай покушаем, а потом будешь убираться. Да, рыж, за жучка будешь шерсть убирать здесь. Да, молодец. Ты молодец. Так. Смотри, на Анжелу. Нет. Анжел. Власть. Недовольна. Да, рыженький, власть там недовольна. Пойдем еще посмотрим. Рыжуль, кушай свой паштетик. Кушай, мой хорошенький. Подружка не приходит, рыженького. Да, рыжульчика. Что-то твоя подружка совсем не приходит. Уже сколько дней? Сейчас скажу. 2 дня. Уже 2 дня подружка не приходит, рыженького. Рыженький в одиночестве здесь у нас кушает. Да, мой хорошенький, да. Ну что, тут рыжий кушает, Анжел, зачем ты? Видите, Анжелку боится. И гуси Анжелку гоняют. А мы с жучком сейчас гулять пойдем, да, жучок? Сейчас с тобой гулять пойдем. Да. Поводок. А? Поводок. Поводок сейчас возьмем и пойдем с тобой гулять. Да, мой хорошенький. Пойдем. Пойдем гулять. Пойдем. Жучка, покажи, как ты гуляешь. Вот так вот язык на плече у тебя, да? И шлеп нога. Шлеп нога твоя. Вот так вот жучка у нас гуляет. Куда пошел? Я тебя снимаю, жучка. Давай, вот так. Ага. Идем на речку, жучки, да? А что, жарко тебе, жуч? Жарко очень тебе? А куда ж ты прешься с нами гулять? Сидел бы дома в своей будке. Жучки сейчас, она живет под этим, как ее называют, под бытовкой. Под бытовкой живет, потому что там земля холодная, да? Вырыла себе ямку там и живет. Ну, жучка, куда ты прешься с нами гулять? Жара, сегодня прям лето. Я даже шортики одел. О, пусть ноги позагорают немного. Жучок, ну сейчас придем. Искупнем тебя. Искупнем немножко. Жучку бросили в лужи. Пришли на пляж, а там, представляете, там рыбу ловят. Неудобно было жучку запускать. А то жучка там всю рыбу распугает. Ну, жучка вот тут вот решила. Видите? Она чем от наших гусей отличается? Да ничем. Причем мы отошли, видите, куда мы отошли? Она даже сюда не идет. Ей сюда не надо. Она вон еще в луже полежит, немножечко отдохнет. Попьет там водицы. Жучка, пошли. Пошли, жучка. Нет, не идет. Мы идем, она не идет. Жучка, мы уходим. Все, пока. Нет, он встает. Чистюля. Ну ладно, сейчас мы ее ополоснем в другом месте. Ну, беги, жучок, беги сюда.
задрали эти рыбаки. Рыбаки задрали. Не дают жучке искупаться нормально. Да, жучок, пошли, пошли. Пошли, мы хорошенькие. Жуч, давай. Ныряй, ныряй. Вот водица, ныряй. Да, жучки теперь не искупаться. Давай, ныряй, жуч. Ныряй, ныряй. Там, где мы купались, там уже пляж. Там уже люди купаются. Жучка, давай, ныряй. Ныряй, мой хорошенький. Ныряй. Я не знаю, чем тебе помочь, жуч. Давай вот сюда пройдем. Вот туда. Да тут нигде не залезешь, жучка. Ну все, поздравляю. Поздравляю, жуч. Поздравляю, мой хорошенький. Ты нигде не искупаешься теперь. Если здесь не будешь купаться, то все. Вон уже там на пляжу люди купаются. Мы так еще не купались. Вот там обычно жучка купается, теперь люди. К сожалению. Да, жуч, пойдем в сыковню искупаемся. Пошли, жуч, пойдем. Жучка, иди сюда. Что я делаю ради жучки? Представляете? Спустился вот сюда, к сыковне. Ну что, хорошая водица тут. Жучка, иди сюда. Жучка, чистенькая водица. Уж лучше, чем в Клязьме. Только комары здесь. Жучка, иди сюда. Анжел, можешь направить ее вот туда? А то она с моста прыгнуть хочет. Иди сюда, жучка. Нет, ты с моста ее сгони. А то она сейчас сиганет с моста. Жучка, иди сюда, меня комары сейчас закусают. Жучка, жучка. Анжела не может справиться с жучкой, кому рассказать. Давай, прыгай, жучка. Прыгай. Анжела гоняет жучку. Жучка, иди сюда. Жучка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, жучка, иди сюда. Жучка очень глупый пес. Очень глупый. Ты попался. Давай, толкай ее. Ты попался. Толкай. Ну, не, ну, Анжел. Жучка, иди сюда. Жучка. Жучка. Жучка, 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 жучка. Да, все. Останавливай съемку. Меня уже закусали. Отлично, жучка, наконец-то заплывчик сделаешь, да? Помнишь, как вылезать отсюда? Да, что-то, видите, купальный сезон. Все купаются, и жучке негде искупаться. Вон сколько пуха у нас плывет по Клязьме. Плывет. Сейчас жучка будет покорять гору. Да. Будешь приступом брать этот вал. Можешь тут что, теченица? Теченица тут, да. Давай, борись с течением. Борись, борись, мой хорошенький, борись. Да ты вот тут залезть можешь. Да, ты тут залезешь, жуч. Вообще нормально ты залезешь. Тогда она вот там залезала и не знала, куда прыгать. А тут она так же вот, как вылезла, так и залезет. Ну, сегодня, ребята, лето, прям лето-лето. Первый день такой жаркий сегодня. Вчера под вечер парило, но был ливень, а сегодня прям жара, такая жара. А я полдня делал видео на основной канал. Жуч, почему ты здесь вылез-то, а? Почему ты здесь вылез? Ну, вылез здесь, так здесь. Давай, иди. Вот туда иди, иди. Сейчас тряханется вот на уровне лица моего. Нет, идет, идет. Пойдем, жуч, ну все, молодец, искупался. А то что с грязными ногами, ты домой придешь. Все, теперь чистенький. Ну что, гусики, вы рады, что вас оградят от нас? Да, вы вот так вот будете смотреть на штакетничек с другой стороны. Вот так вот. Тут надо завтра будет все покрасить. Еще видите, тут черного цвета чуть-чуть не хватило мне. Чуть-чуть не рассчитал. Чуть-чуть не рассчитал. Вот тут, вот видите, пришлось доваривать. Я что-то попросил по 1.5 метра отрезать. Думал, что стол будет вот здесь вот. А оказывается, когда просто, ну, грязно померил. И, ну, в общем, как обычно. Я же не строитель, да, вот и получается тяп-ляп у нас. Вот, ну ладно. В общем, у нас вот такое ранчо получилось. Вот такое ранчо для гусей. Я думаю, очень хорош. Теперь жучка может спокойно здесь гулять.
И видите, она даже чувствует уже, что тут ранчо. О, нет, она все-таки гусей увидела. Но это до поры до времени, пока все-таки, видите, удивительно, что они не вылезают. Представляете, они перелезть не могут, хотя вот здесь-то вот совсем низенько. Почему они не перелезают, непонятно. Ну ладно, а может они тоже думают, о, теперь у нас своя территория, теперь мы хозяева этой территории будем, да. И вот еще, видите, у меня лежит до сих пор фанера на потолок в гусиный дом. Ну вот потихонечку, потихонечку. Все-таки забор, конечно, это была основа, да, потому что, вы сами понимаете, они гадят по всему участку. Мне хотя бы их нужно было чуть-чуть отделить от основного участка. Места у них много, видите, я думаю, что вот предостаточно места, предостаточно. Здесь у них купаться, здесь у них травку есть, там в дровнике они лежат. Вот в теплицу, слава богу, не заходят. Вот мои помидоры. Показываю вам еще. Вон они уже выросли. Вон куда. Да. Плоды растут. В принципе, все хорошо. С помидорками у меня все хорошо. Так что вы думаете, бунтарь лиска. Бунтарь виска. Веслокрыл. Бунтарь виска, лиска веслокрыл. Пролезла? Пролезла? Сейчас они теперь узнают, где можно пролезть. Вот где я и показывал, на самом нижнем уровне она пролезла. Ну ничего, ничего, погуляйте. Последний денек. Последний день. Ты главное не забудь, как обратно. Ну вот здесь вот тоже можно, здесь тоже низко достаточно. Не забудь, как обратно зайти, да? Ну совка, все. И лиска, вон она какая лиска у нас. Да не подскользнись ты, мой хорошенький. Видали лиска какая, молодец у нас. Еще чуть-чуть и полетишь. Да, прям вижу. Тебя на диету посадить и можно... можно отправлять тебя в космос. Да, мои хорошенькие. Ульрих последнее препятствие преодолел. Все. Ну, вы вырвались на свободу. Хорошо, молодцы, молодцы. Какие вы у нас умные, какие умные. Да, еще бы за собой вот бревна относили бы. Ну ладно, может они пригодятся еще, когда буду заборчик завтра мастерить. Ну все, гусики, все, теперь обратно не могут зайти. Я даже калитку им открыл, чтобы они зашли. Ну ладно, я их сегодня сейчас загоню попозже. Сейчас тоже надо отдохнуть. Посмотреть комментарии на основном канале. Ответить, да, как обычно я делаю. Вот, ну а с вами мы прощаемся. До завтра. Завтра будем красить забор и устанавливать штакетник. Все, гусики, давайте, говорите до свидания. Совка, говори до свидания. До свидания, до свидания, друзья. До новых встреч. Да, все, увидимся в будущем, пока.